Росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконные действия браконьеров. В ходе проведенных мероприятий было осмотрено 12 судов и маломерных плавсредств, задержано несколько нарушителей правил порядка нахождения и пересечения пограничной зоны, в том числе один, находившийся в федеральном розыске. Всего изъято более 400 экземпляров рыбы осетровой и чистяковой породы. Главным результатом совместной деятельности в акватории Каспийского моря стало снижение браконьерской активности, что способствует сохранению популяции ценных видов рыбы.